только 13 ноября в Московском доме кино пройдет познавательно-развлекательное шоу «Басни Крылова» с песочной анимацией, живой музыкой и игровым чтением. Квартет «Стрекоза и муравей», «Мартышка и очки» и другие всем известные басни Крылова оживут на ваших глазах на большом экране. Руки художника, как по волшебству, рисуют перед зрителем песочные картины. Один из лучших художников песочной анимации России Дарья Котюх, лауреат и председатель международных конкурсов, вживую нарисует персонажей из занимательной истории басен. В музыкальном сопровождении к басням Крылова прозвучат цитаты из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки и других русских классиков. Характеры персонажей ярким игровым чтением воплотит в жизнь актер театра и кино Илья Баранов. В просторном фойе дома кино вас ждет детская развлекательная программа, буфет, комфортабельная зона отдыха, где вы и ваш ребенок сможете отдохнуть до и после сеанса. Только 13 ноября в Доме кино песочное шоу «Басни Крылова».